Для поддержки медицинских работников из федерального бюджета выделено около 127 миллионов рублей. Средства уже распределены между теми, кто принял основную нагрузку в лечении коронавируса. На стимулирующие выплаты направят и 9 миллионов 300 тысяч рублей из бюджета Чувашии. Кроме того, предприняты дополнительные меры по обеспечению персонала средствами защиты. В условиях пандемии, конечно, самым необходимым условием – это защитить медицинских работников, то есть обеспечить их средствами индивидуальной защиты. На сегодняшний день в республику уже поступило по инициативе непосредственного содействия главы Чувашской республики более 500 тысяч масок. Поступило более 1000 защитных костюмов. Также поступило более 100 комплектов многоразовых защитных костюмов и респираторов. Ожидаем буквально в первую неделю мая поступления еще более 10 тысяч защитных костюмов, бахил, респираторов. И по поводу обеспечения лекарственными препаратами. Значит, на сегодняшний день все учреждения у нас обеспечены всеми необходимыми, за исключением двух препаратов, которые находились до сегодняшнего времени в стойкой дефектуре на территории Российской Федерации. Но с 4 мая поступление этих препаратов будет возобновлено, и уже первая партия препаратов появится в наших учреждениях.